Здравствуйте, меня зовут Наталья Виноградова, и сегодня в гостях у меня Наталья Шевченко. Она эксперт по техническим вопросам интернет и успешной бизнес-леди. Здравствуйте, уважаемые слушатели, здравствуй, Наташа. И первый вопрос. Считается, что, несмотря на 21 век, несмотря на то, что у нас эмансипация, но до сих пор считается, что бизнес – это прерогатива мужчин. Но у меня вопрос. Что все-таки приводит женщину в бизнес, в частности, в MLM-бизнес, да? И что ее вдохновляет? Ну, я отвечу за себя. Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос, поскольку, ну, вопрос, который интересует на самом деле многих. Что меня привело в бизнес? Я по образованию инженер-экономист. И когда я как-то работала, сидела за своей работой, я вдруг поняла, что у меня есть мечты, которые я хочу осуществить которые хочу в жизни. И это был, по-моему, как раз момент, когда нам выдавали зарплату, расписывалась. И я посмотрела на свою зарплату, и я поняла, что мне придется, ну, очень долго работать, причем при этом не кушать, не одеваться, ничего не делать, чтобы осуществить какую-то свою мечту. И тут пошла вот мысль именно заняться бизнесом. И следующий момент, именно вот мои дети дали такой толчок, на тот момент был один ребенок, еще он дал толчок, что я приняла решение, да, я иду в бизнес, но поскольку, чтобы начать развивать классический бизнес, линейный, нужны большие вложения, то выбор пал именно на MLM-бизнес. Ну и когда я начала заниматься MLM-бизнесом, я поняла, что я сделала правильный выбор, это мой такой важный шаг в жизни, с помощью которого я действительно иду постепенно и достигаю своей цели, и моя мечта становится все ближе и ближе. А что тебя вдохновляет? Меня вдохновляет, но сейчас мои дети, их горящие глаза, когда они говорят, когда мы идем в магазин, когда ребенок говорит, мам, хочу то, либо мам, поехали туда, и не возникает вопроса, что давай это будет потом, либо напиши письмо Деду Морозу, что всегда вдохновляют дети. Ну, во всяком случае, меня. Да, да, это хороший такой стимул для роста и движения вперед. И тогда я знаю, что ты за достаточно короткий период достигла, ну, большого результата. Расскажи несколько секретов твоего успеха. Секрет действительно прост, он один, это система. До того, как я пришла в интернет, я развивала MLM-бизнес в реале. Действий было много, на самом деле много, а результатов было мало. То есть было неудовлетворение результатом. И я в тот момент искала, как можно этот вести бизнес, где вот такая загвоздка, почему не получается. И вот эти мои поиски меня привели в интернет. И первое, что я увидела, мне, конечно, повезло, я подписалась на рассылку человека, который является автором системы, рассылку Кирилла Лицеховича. Я когда увидела, что в рассылке предлагается четкая система, причем эта система приведет к результатам, меня это настолько вот, не то, что вдохновило, я поняла, это мое, это то, что я искала. Естественно, я подключилась к этой системе, и что я делала? Я просто по шагам шла по системе, я шла по тем шагам, которые прошел уже человек, да, прошел лидер. И мои действия меня тоже привели к тому результату, который есть у меня сейчас. Система очень важна. Если нет системы, да, если нет команды в плане команды единомышленников, то развиваться хаотично, это нужно очень долго, тут единицы достигают тогда результаты. Когда есть четкая система, действия, которые можно повторить, причем действия простые, результат приходит гораздо быстрее. Друзья, секрет на все времена. Обучайтесь и действуйте, действуйте, действуйте. Да, все просто. Все просто. До новых встреч онлайн. Благодарю всех за внимание, желаю всем успеха, всем процветания, всем развития бизнеса, достижения всех тех целей, которые вы для себя поставили. Спасибо. Спасибо, Наталья. Спасибо.